Расширенное совещание началось с доклада о состоянии криминогенной обстановки. Уровень зарегистрированных в прошлом году преступлений снизился более чем на 8%, а кривая раскрываемости поползла вверх. В общей структуре преступности в лидерах по-прежнему остаются преступления против собственности, хотя число краж из квартир и гаражей, а также разбоев снизилось. Реже регистрируются и случаи неправомерного списания денежных средств с банковских счетов северян. Зато зафиксировано больше правонарушений с участием несовершеннолетних. С целью профилактики подростковой преступности сотрудниками полиции проводятся рейды и другие профилактические мероприятия. Одновременно с этим отмечена положительная динамика в работе по противодействию незаконному обороту наркотиков. В 2018 году в Кандалакшском районе выявлено 44 преступления в данной сфере, 25 из которых раскрыты. Высокие показатели работы сотрудников Кандалакшской полиции не остались без внимания вышестоящего руководства. По итогам 2018 года межмуниципальный отдел занял второе место среди отделов полиции Заполярья. Также стражи порядка отмечены дипломом второй степени по результатам оперативно-служебной деятельности в прошлом году.